На вес золота, по-видимому, скоро станет ОСАГО. Центробанк в очередной раз повысит стоимость базового тарифа обязательного страхования автогражданки. С 12 апреля он станет дороже на 40%. То есть для легковых автомобилей ОСАГО вырастет с 2500 рублей до 3500-4000. В некоторых субъектах стоимость страхования будет даже выше из-за региональных коэффициентов. Увеличение тарифов связано с ростом максимальных страховых выплат. Также на 20% расширится коридор, в рамках которого страховые компании смогут устанавливать свои тарифы.